1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Уже в течение нескольких дней на территории России проходит акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Эту акцию решили поддержать и сотрудники телекомпании «Маяк». Конечно же, с вашей поддержкой, уважаемые жители города Зверево. Конечно, обследовалась, я же ребенка родила, одного и второго, поэтому со мной все нормально. Вы когда-нибудь обследовались на ВИЧ-инфекцию, на СПИД? Ну, вообще-то нет. А почему? Вот слышали же, наверное, что передаются разными путями. Ну, слышал. Вы сами обследовались когда-нибудь на ВИЧ? Да у меня ВИЧ нет. А откуда знаете? Ну, по-моему, последний раз, когда ты сдавал эти самые анализы, по-моему, брали. Нет. Вы обследовались сами, кровь сдавали на... Еще нет. А почему сказали, еще планируете или просто... Конечно, планирую. Нужно же убедиться, что никто ничего не болен. Конечно, я беременная была, недавно родила, обследовалась. Ну, я советую всем обследоваться в профилактических целях. Многое может случиться, что не заметишь. Ну, как бы, это должно быть у каждого человека в подсознании уже само сидеть, я считаю так. Каждый должен заботиться о своем здоровье. Вы сами когда-то обследовались на это заболевание? Ну, только... В больнице, когда проходишь диспансеризацию или просто на прием идешь к врачу, где надо кровь сдавать из вены. Ну, именно вот на этом. Нет. Нет, и думаю, что не придется. А почему? Ну, слишком замкнутый образ жизни. В замкнутом пространстве. Это где люди работают, может быть, общаются много друг с другом. Поэтому надо проходить это обследование. А пенсионерам, по-моему, уже. Женат почти 50 лет. Чего я буду обследоваться? У меня все нормально. И все же, независимо от возраста, пола и даже верности своему супругу или супруге, мы советуем всем зверевчанам пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Будьте здоровы!